Зараз час нашим джокерам з'явитися на очі суддям та глядачам. Я хочу одразу порадити кожному. Зараз сісти зручніше, відкласти геть усі справи і вімкнути звук гучніше. І потім не кажіть, що ви не чули. На сцені X-Factor'у гурт «Гіпнотюнс». Елегантна, потужна, багатофункціональна. Піраміда. Техніка у центрі кухні. Готовы вы услышать эти вопросы? Конечно. Начнем. Первый вопрос. Скажу сразу, я поклонница Витольда. Это не я, это пишут. Я считаю, что на проекте сейчас только один настоящий мужчина. Это Витольд. Как ты считаешь, каким должен быть настоящий мужчина? И есть ли в тебе эти качества? Ну, во-первых, настоящий мужчина, он как бы заключается не в красоте и не в мускулах, а в силе воли и умении держать свое слово. Я почти уверен, что эти качества есть как во мне, так и в каждом из участников группы «Гипнотюнс». Они какие-то такие ироничные, живые, с пониманием. И я рад, что они остались. Это вы из той группы, да? Да, мы из той группы. Вот. И желаю вам хорошего дня. Желаю вам успехов. Спасибо, спасибо. Мы слышали, что вы начинали играть на улице. Расскажите про самый интересный случай, который с вами тогда произошел. Однажды бабушка одна проходила мимо, и мы как раз были в процессе игры. И она просто подошла и положила нам кейс, буханку хлеба. Ну, неужели мы вызвали такое вот сочувствие? Бабушка нам положила буханку хлеба. Желаем вам победы! Спасибо! Спасибо тебе большое! Круто! Какие у вас мысли по поводу нашей прекрасной песни на Евровидении? Ну, она такая... немножко странная, да? Немножко это мягко сказано. Всех эта песня повергла в шок, я помню, после детского Евровидения. Я уже представляю эти сумасшедшие Герны глаза, которые будут петь это заклинание. «Гипнотюнс» молодцы. Выбрать такую песню под силу не каждому. Мы не хотим уходить. Мы проходим и проходим дальше. И каждый из нас хочет дойти до финала. К тому же, по ходу получается, что мы единственная золотая кнопка, которая дошла сюда. Гурт «The Hypnotunes». Просто поет, просто вместе поет, кто бы вы думали?
алкоголик. Волшебный кролик, волшебный кролик, волшебный кролик. Я не знаю, чи війдуть вони до фіналу, але вони круті. Гіпнотюнс на сцені Кватро! Панове судді, я сподіваюся, ви трішки отямились. Діліться враженнями, поки тут морква. Юля? Оу! Но мне кажется, вот теперь ребята сделали все для того, чтобы их запомнили, да, на шоу X-Factor. Ну, честно говоря, наверное, только настоящие альтернативные музыканты могут так гнать в прямом эфире на таком масштабном шоу. За смелость и за оригинальность спасибо. Это было хорошо. Дякую. Костя, еще ты скажешь? Ну, озорно. Ну, тільки не питай, що вони курили. Озорно. Озорно, мощно. Морково. Знаете, ощущение такое, что ребята наконец-то забыли о том, что они там на конкурсе и все такое прочее. Это видно, собственно, и потому, как они сейчас себя ведут. Наконец-то парни расслабились и... Реально делают то, что хотят и как хотят. Вот сейчас они хотят моркови поесть. Едят, не видно ни волнения, собственно говоря, ни какого-то переживания насчет их будущего и все такое. Именно такие люди, мне кажется, в финал должны пройти те люди, которые стабильно выступали. Курение вредит. Я им давала только моркову. Да, то есть... Мне кажется, что финал должны пройти те люди, которые стабильно выступали на протяжении всего проекта. Вот эти ребята, ну точно, стабильно, виртуозно, мощно выступали. Ну, грех, мне кажется, их не пропустить в финал. Дякую. Андрію, хочешь, я тобі зараз скажу, моркву принесуть? Спасибо. Ти би так будеш усміхатися? Нам подобається, коли ти веселий? Гау! Так, правда. Гау. Ви знаєте, я вчора, розумієте, не така ситуація, чому я такий сьогодні немножко... Я вчора був, ну, скажімо так, в гостях. У сказки. Я смотрел выступление, ребят, я думаю, может, это вот я вчера как-то лишнее что-то было. И я как-то не могу понять, это хорошо или плохо. Це весело. Весело, да? Но вот у меня какие-то странные чувства по поводу этого всего. И песня странная, и выступление. Ну, я не знаю.
нет слов. Це прекрасно. Дякую. Цікаво, чи є якісь слова зараз у хлопців. А, я забула про Антона. Антон, пробач. Це морква. Понимаю, я думаю, ви у Геры взяли моркови немножечко прикурнуть. Гера, это очень классный стёб. Просто, я не знаю, нужно быть настолько расслабленным. И я отговорил, что вы там сильно серьезно к себе относитесь, что вы не боитесь экспериментировать. Забираю все слова обратно. Вот. И сами люди видели, я не знаю, как это оценивать. Это мощный, классный номер. И мне нравится, что вы так легко к себе относитесь. На самом деле, я уверен, люди вас поддержат. Поэтому все класс, спасибо. Дякую. Ну, нарешті судді висловились. Тепер, будь ласка, хлопці, діліться враженнями. Ребят, ну, глядя на ваши наряды, я теперь понимаю, у кого именно группа Detach перед началом выступления украли костюмы для своего номера. Парни, ну, расскажите, не жарко ли вам? Нет, нам отлично. У нас термоконтроль, то есть мы кролики, которые зимой и летом себя хорошо чувствуют. Кролики, которые зимой и летом себя хорошо чувствуют. Прекрасно. Скажите, кролики, почему именно вы должны быть в финале? Потому что, ну, мы гипнотюнзы. Ну, я не знаю, нам же всем это нравится, все вот эти перипетии, связанные с группой Гипнотюнс, критика в нашу сторону, как мы выкарабкиваемся со всяких таких штук, и даже нам это по кайфу, поэтому я думаю, что без нас X-Factor станет, будет хорошим, но чуть-чуть другим уже. Минутка скромности от Геры. Гера, ну неси обратно морковку Савлепову, а я обращусь к зрителям. Дорогие наши зрители, любимые, хотите, чтобы эти кролики прошли финал, тогда быстро за них нужно вам голосовать. Делать вы можете это абсолютно бесплатно с помощью нашего мобильного приложения «Телепортал». А еще обязательно звоните 0900-901-009 или отправляйте смс с цифрой 09 на короткий номер 7766. Тариф меньше гривны, а значит доступен каждому. Очень интересно, ребятки, что вы споете во второй раз. Мы это обязательно увидим, но хочу сказать вам, что это были Гипнотюнс!